Сегодня глава республики встретился с руководителем благотворительного фонда «Время помогать». Михаил Игнатьев и Александр Ефимов обсудили планы меценатов. Под девизом «Время помогать» благотворительный фонд провел более 10 концертов. Средства от продажи билетов направляют на оказание помощи детям-инвалидам. Только за один год работы меценаты собрали порядка 2 миллионов рублей. Акцент мы делаем, значит, на творчество. То есть берем категорию, значит, обязательно семьи с детьми-инвалидами и с ОВЗ, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Глава региона отметил, что в правительстве республики инициативы фонда готовы поддержать. Надо не так это просто. Это надо брать на себя огромную ответственность, соответственно. Для этого нужно иметь доброе сердце. Без этого это не получается. И вам оказывает доверие все те участники, где вы на самом деле проводите вот это. У руководителей благотворительного фонда планов немало. У нас такие позывы организовать несколько мероприятий всероссийского масштаба на базе нашей республики. Ближайший фестиваль уже всероссийского масштаба в благотворительном фонде «Время помогать» наметили на лето. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.